Короче, ребят, подпишитесь на канал. Ждите пятой части, четвертой части. Ну, всем пока. И, кстати, забыла сказать, поставьте лайк. Кстати, я на самом деле просто неправильно сказал. Просто ждать пятую часть. А надо ждать вторую часть. Так что продолжим. А, кстати, где бандит? Что-то как-то его нету. Ну, вы навсегда победите этого. Стёпа, ну-ка найди этого грабителя. Yes, sir. Всё, ваш сэр. Я нашел этих друзей. Спасибо. Лука, а ты где вообще? Я тут. А куда ты вообще пропала? Первой части. Не знаю. Да, я куда-то просто пропала. Просто на базе поговорить. Ну, да. И я тоже хотел поговорить со Суткой. Что? Что это за звук? Что это за звук? Пойду я посмотрю. Кажется, ТВ-мен и Титана порвали на куски. Да уж. Подозрительно что-то наверху сам. Ну-ка, посмотрю-ка я. О, ученый, а ты откуда тут? Да я просто тут вместо ТВ-мена Титана работал. А что? Ну, я просто тут... побыл, он, короче, прям остановился. Потом я за него взялся и начал его чинить. Заработал, значит. И все. Ну, ты даешь. И, кстати, нам нужен новый телевизор. Спасибо, Степа. Пожалуйста. Спасибо, Степа. Ну и, конечно же, как-то долго. Пойду-ка я выключу камеру. Так, куда тут нажимать? Так, куда тут? О, придумал. ТВ-мен Титан что-то спросил. Я сказал, что я починился. Наконец-то. Я пришел специально, чтобы тебя убить. Ура, получилось. Да уж, теперь кот и миньон ушел. А мы только вдвоем остались. Ладно, Степа, принеси этих друзей. Поговорим. Ну и так вот. А что вы могли бы поговорить? Ну ничего. Утка, поговори когда со мной? Со мной? Ну ладно. Короче, был такой день. Я рассказывал со Суткой. То есть со скотенком истории. Друг, там был какой-то поезд, и там созрел. Так, а что дальше? А там был грабитель со своим братом. Правда? Так.
Кошка. Как же было так больно. О-о-о. Походу нам кирдык, братан. Да никакой кирдык, я могу справиться с одним ударом. Ну-ка разойдись. Да что ты такое? У него что, невидимый щит? Ну, походу, да. Я пойду. И я пойду. Ну и ну. А я пока что тут жителей сделаю. Ну, и где они? Ну, походу, еще где-то летят. Тише! Итак, вам задание. Мою любимую картину Ботаникула сделать. А вам сколько лет? Нам? Вам, дитя? 9. О! Как раз таки им можно играть. А вам нельзя. Ну почему? Ладно. Нога! Нога, иди их рисовай. Рисуй. Или как там? Короче, неважно. Рисуй там Ботаникула. 10 минут спустя. Что-то как-то долго они несут картину. Ваша доставка. Ой, Степа, спасибо за эту картину. Ты сам это сделал? Да, я старался. А дети что? Играли в Ботаникула. Ай! Какая бумага такая железная? Вот бы мне такую бы бумагу. Не-не-не, тебе нельзя такую. И кстати, этот ролик еще будет продолжаться еще 3 минуты. Сделать. О, это что, картина Ботаникула? Ну и ну. А я вот сюда на ТВМ, на Титана. А ну, это мое! Ну, тише, тише, вы сейчас сломаете. Хорошо. Степа, спасибо, что ты меня поднял. Пожалуйста. Кстати, а где эти? Хеликоптер! Хеликоптер! Ну, короче, ребят, этот ролик был на самом деле 8 минут. И так, что вам понравилось видео, тогда ждите третью часть. У нас на сегодня все. Всем пока. Да ладно, шучу, еще не все. Там еще надо битву сделать. Я убью тебя. Что? Ха-ха-ха. Я добавил туда таких существ, которые заражают. А моих друзей никак не заразить. Мы убьем тебя. Я убью тебя. Нет, не убью тебя. Я точно тебя убью. Не убью тебя. Я не убью. Я вашего робота победю. Или как там? Побежду. Да ну всем, подойдите. Надо как-то грабителя. А, там же есть такие настройки в грабителе. Угу. Ребята, давайте жить вместе. Нет. Ну, короче, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайкосик
и подпишитесь на канал. Ну, у нас все. Все, возьми этого котенка. Всем пока!